Я видел так много видео про вас. Хочешь научиться рестлингу? Не то слово. Так, теперь один из базовых приемов. Когда ты бьешь соперника локтем, надо не только его ударить, но и топнуть ногой. Да. Есть какие-то конкретные приемы, которым ты хочешь научиться? Пожалуйста, покажите мне атомный бросок. Если честно, Зак, это была выдумка. Чудеса монтажа. Это невозможно сделать. Еще раз, еще я раз! Готов! Вот так громче! Другое дело! Это же ты, Арахис Высоко. Ты победишь. Главное, это выйти на ринг. Я на ринге уже 38 лет. И знаешь что? Я тебе прислуживать не нанимался. Ногами! Кранты тебе! Скажи что-нибудь, Зак! Давай, Зак! Давай, Зак! Я вас на день рождения не приглашаю! Хватай его снизу!